Здравствуйте, друзья, с вами Юрий Притиск. Существует такой фотоконкурс, как International Biennale Print Exhibit. В 2020 году прием заявок на этот конкурс заканчивается 5 февраля. Нет регистрационных взносов, а награды до 400 тысяч тайваньских долларов. Участие открыто для художников со всего мира, и National Taiwan Museum ждет оригинальные принты на бумаге, выполненные в 2017 году или позднее. Допускаются все техники печати, включая монотипию, цианотипию и так далее. Ограничение по размерам не более 150 сантиметров по длинной стороне и не меньше 40 сантиметров должна быть длинная сторона вашей работы. Подробности можно узнать на сайте Биеннале. Всем, кто печатает своими руками, рекомендую. До связи и до встречи. С вами был Юрий Притиск.